Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, самое интересное ждет вас еще впереди. Сегодня я поделюсь с вами своей сокровенной историей, почему, собственно говоря, я являюсь тем, кем являюсь, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь и как это стало делом моей жизни. Я считаю, что абсолютно все, что происходит, это все не случайно. Моя мама очень тяжело меня рожала со всеми прелестями советских роддомов. Мне 46 лет, родилась я в 75 году в Советском Союзе, в стране, в которой вообще не было секса. Наверняка вы все слышали такую фразу. И не было, соответственно, никакого сексуального образования и так далее, и так далее. И мама меня всю жизнь, чуть ли не с детства, пугала. Говорила: «Света, замуж не выходи, детей не рожай». Это очень больно, и в красках мне рассказывала про эти все прелести советских роддомов, про эти все жуткие разрывы промежности, зашивания и так далее. А секс, она мне говорила, это вообще удовольствие только для мужчин, ничего там хорошего нет, поэтому занимайся собой, учись, делай карьеру, путешествуй, а это все тебе не надо, это вообще не интересно. Но у меня очень сильная половая конституция. Я интерес к противоположному полу проявляла еще в детском саду, влюблялась в мальчиков детского сада. И я прекрасно понимала, что когда-то у меня обязательно будет любимый человек, будет муж, будут дети. И мне очень хотелось, чтобы эта часть жизни у меня была другая, не такая, как у моей мамы, бабушки, многих женщин того поколения. Кстати, если говорить о моей семье и о бабушке, так моя бабушка, мамина мама, еще неделю после свадьбы оставалась девственницей. Вот так вот. То есть люди вообще не знали, что такое интимная близость, для чего у нас половые органы и что с ними делать. Представляете? И вот сейчас у меня есть много роликов в Инстаграм, в ТикТоке, и мне иногда пишут: зачем вы говорите на такие темы, ведь тут же дети. Так вот, это хорошо, что там дети. Пусть ваши дети именно от меня услышат, что такое секс, что такое интимная близость, что это действительно прекрасная часть нашей жизни. Как это может быть красиво? Это восхитительно. Я там очень красиво обо всем рассказываю, без пошлости, без мата, как это делают некоторые другие мои коллеги. Поэтому всем рекомендую подписаться на все мои каналы. На всех каналах абсолютно разная интересная информация. В общем, я как только научилась читать, это произошло довольно рано. Я была умственно очень развитым ребенком, и в 5 лет я уже отлично читала. Прочитала многие книги из классики. И особенно меня интересовали темы секса, женского здоровья, беременности, родов. Но, как вы понимаете, в период Советского Союза еще не было ни интернета. Даже найти какую-то толковую книгу на тему секса, даже беременности, родов и женского здоровья, это была большая удача. Кто помнит те времена, было модно библиотеки собирать. Вот приходим мы куда-то с родителями в гости, все за стол, а я в библиотеку и искать книги на интересующие меня темы. И все говорили моей маме: боже, как тебе повезло с ребенком, какая воспитанная культурная девочка, как она много читает. А я искала информацию специально для вас, знала, что я когда-то буду здесь сидеть и вам это все рассказывать. И мне самой это было очень интересно. Но найти действительно толковую книгу в те времена — это была большая удача и огромная редкость. Поэтому знаний было недостаточно, я поступила на биологический факультет в университет, чтобы самой разобраться, как это все работает изнутри, физиология, анатомия, женская, мужская. Я закончила биологический факультет в Донецком государственном университете. Я являюсь дипломированным специалистом по многим-многим специальностям, там можно было параллельно закончить несколько специальностей. И в студенческие годы мне посчастливилось с одним замечательным человеком познакомиться. Он был преподаватель у нас в университете, и его с лекциями часто приглашали за границу, в том числе и в азиатские страны. И мы, студенты, от него от первого узнали такие слова, как йога, медитация, даосские практики, тантрический секс и так далее, и так далее. Причем он многим помогал по здоровью. Он не был целителем, он просто знал, что вот такие-то практики помогают при таких болезнях. Если кто-то из вас занимался даосскими практиками, там есть целый отдел, называется «Исцеление сексом». Как это исцеление выглядит? Вот, допустим, какая-то проблема, гастрит или гайморит.
И конкретно пишется, в такой-то позе, столько-то фрикций, столько-то раз в день, столько-то дней подряд. Вот такое приятное, комфортное лечение. Причем, что меня больше всего удивило, там даже не так важно, испытывают ли люди при этом оргазм. Главное соблюдать точное количество фрикций в определенной позе. Ну, сейчас не об этом, про даосские практики сниму отдельное видео, это очень интересная тема, там можно развиваться бесконечно, там путь дао – это длиною в жизни, я до сих пор сама на этом пути. В общем, я с ним подружилась, рассказала о своей маме и спросила, есть ли хоть в какой-то стране мира средства, способные боль во время родов облегчить. Он мне сказал, да, вот в азиатских странах женщины тренируют интимные мышцы. И он буквально на пальцах, ну, поскольку у меня были знания анатомии и физиологии уже на тот момент, я прекрасно понимала, что это за мышцы, где они находятся, как их сжимать. Плюс помимо интимных мышц есть еще мышцы пресса, диафрагма, связочный аппарат. Эти все мышцы, они все участвуют в процессе родов, секса, очень важны при беременности. Я занималась этими упражнениями на протяжении 6 лет, на минуточку каждый день. Настолько была мамой напугана, что мне хотелось, ну, чтобы у меня это было по-другому. Я даже не столько боялась боли при схватках, сколько вот этих разрывов, зашиваний. Я настолько не люблю вот вмешательство в свое тело, даже уши никогда не прокалывала, татуировки никогда не делала, потому что мне это все жутко неприятно. И хотелось родить естественным путем, без всяких вмешательств со стороны врачей, медицины. Кстати, в азиатских странах это все намного легче, проще происходит. Там женщина рожает ребенка, взяла его на руки и пошла по своим делам. Не зря вот Китай является самой густонаселенной страной. Там вообще нет таких проблем с бесплодием, с беременностью, с зачатием, с родами. Хотя китаянки намного более миниатюрные, чем наши славянские женщины. В общем, я делала эти упражнения усердно каждый день на протяжении 6 лет. Почему ровно 6 лет? Потому что с тех пор, как я узнала об этих упражнениях и до моих первых родов, прошло ровно 6 лет. И надо сказать, помогло. Мои роды были абсолютно комфортные, без разрывов, без зашиваний. Даже схватки при родах, вы не поверите, были не такими болезненными, как, например, у меня были боли при месячных в 13 лет. Минуточку. Я смотрела, как рожают мои соседки по другим палатам, слушала, как рожают мои родственницы, подруги и так далее. И мои роды были вообще не похожи на это все, чем я очень удивила и сама себя, и врачей. На меня даже приходили с других отделений посмотреть. Я еще всегда очень любила за собой ухаживать и кучу косметики с собой в роддом взяла. Там фены, кремы, разные шампуни, бальзамы. И мне говорит там одна из санитарок, которая меня сопровождала из родзала в палату, говорит, боже, куда же вы столько взяли вещей, мы столько не донесем. Я говорю, давайте я донесу сама. Чему они были очень удивлены. Там женщины обычно после родов чуть ли не ползают. А я была готова действительно, вот как азиатские женщины, родить, взять ребенка на руки, пойти по своим делам. Причем легко. Ну, такие правила, что в роддоме должны еще 3 дня пребывать мать с ребенком под наблюдением. В общем, после первых родов я решила, что такими знаниями надо делиться. И собирала сначала группу подготовки к беременности, к родам, по восстановлению после родов. Да, кстати, что касается восстановления после родов, если вы тренируете интимные мышцы, то очень быстро приходит все в первоначальное состояние. И мышцы пресса, и животик сразу становится плоским после родов. Или сразу, или в течение нескольких дней, смотря какого вы ребенка по счету рожаете. И вагинальный канал практически сразу приобретает первоначальную форму и размеры. Вот это еще одна из причин, по которым стоит заниматься. И эти причины, по которым стоит заниматься, их очень много, я еще впереди, самое интересное, я еще вам обо всем об этом расскажу. В общем, на сегодняшний день у меня уже 3 деток, старшей моей уже почти 20, младшей уже почти 4, и средний у меня сын 15 лет. В общем, я счастливая мама 3 детей, любящая, любимая жена. Да, кстати, когда начались вот эти известные события,
на востоке Украины, мне пришлось переехать в Киев, но об этом чуть позже. Первое время я практиковала в Донецке, в Донецкой области. Там была единственным специалистом много-много лет. У меня там был свой центр для женщин. И длилось это все вот до 2014 года. А в 2014 году пришлось переехать. Ну, нет худа без добра. Первое время было, правда, очень тяжело. Был даже такой момент, когда мы стоим на вокзале, еще тогда двое деток у меня было, предыдущего брака, и у меня нет денег ни на билет на обратную дорогу домой, ни желания ехать в Донецк, который бомбят, ни денег на жилье, ни денег на еду. Младший сын меня дергает за юбку, говорит: «Мама, я кушать хочу». Никогда не забуду это тяжелое время. Но, к счастью, я познакомилась здесь с одним замечательным человеком, вышла за него замуж, родила от него третьего ребенка. Его зовут Дмитрий, это тоже основатель школы любви, которого я люблю, обожаю. Мы друг друга нашли, мы абсолютно счастливы. То есть, если что-то случается у вас в жизни, что-то, то, что вам не нравится на данный момент, никогда не расстраивайтесь, это, скорее всего, какая-то ступень к следующему, более яркому, интересному этапу вашей жизни. И мой муж, он раньше занимался совсем другими делами. Он занимался музыкой. Ну, он был диджеем, композитором. И вот ради меня он даже оставил свое любимое дело. Специально обучился на мастера, который делает сайты. Кстати, если кому-то нужен хороший сайт, обращайтесь. И создал вот этот сайт, который вы знаете, «Школа любви», который сейчас благополучно работает. И вот наша школа любви готова вам дарить разные знания, разную информацию, менять вашу жизнь в лучшую сторону. Сначала это была только тренировка интимных мышц. Да, кстати, я еще не все вам рассказала. Я немного забежала вперед. Сначала это были просто те упражнения, которым меня тот самый мой великий учитель научил, с чего все началось. А 12 лет назад я стала сертифицированным специалистом по тренировке интимных мышц, то есть добавилась еще тренажерная методика. Почему я выбрала именно те тренажеры, которые я выбрала? Немного расскажу про те тренажеры, которые я выбрала для своей работы. Выбор был не случайный. На сегодняшний день очень много разных методик, тренажеров. Но если вы выбираете какую-то методику для себя, будьте внимательны. Есть такие тренажеры, такие методики, такие школы, такие тренеры, которые могут навредить здоровью. Я не буду подробно об этом, на этом останавливаться. У меня есть целое видео о моей методике и тренировке интимных мышц. Обязательно посмотрите. Я здесь только коротко напомню, какие плюсы вам даст обучение на моих занятиях по тренировке интимных мышц. Как я уже сказала, это подготовка к нетравматичным, безболезненным родам. Во время родов даже, кстати, можно испытать оргазм, если правильно подготовиться, восстановиться после родов. Если у женщины какие-то проблемы с испытанием оргазма, то моя методика тоже может помочь, потому что идет мощный прилив крови к органам малого таза, женщина становится более чувственной, чувствительной, развивается чувствительность, усиливается чувствительность зон вагинального канала. Если она испытывала только клиторальный оргазм, к примеру, она начинает испытывать вагинальные. Кто испытывал вагинальный, начинает испытывать струйные, мультиоргазмы и так далее, и так далее. Есть у меня, кстати, видео об оргазмах тоже. Вы там можете более подробно об этой теме почитать. Плюс тренировка интимных мышц является хорошей профилактикой многих гинекологических заболеваний. Практически всех, кроме инфекционных, естественно. Особенно таких, как опущение матки, опущение стенок влагалища, недержание мочи и так далее, и так далее. Эта проблема, кстати, очень актуальна на сегодняшний день, она очень помолодела. Дальше, что еще нам это даст? Энергетика. То есть, когда вы работаете своими интимными мышцами, это вы наполняетесь той самой женской сексуальной энергией, которую мужчины чувствуют за версту, и как пчелы летят к вам на мед. И просто вот как бабочки на свет. Вы будете окружены мужской любовью, мужским вниманием. И абсолютно не важно, есть у вас на сегодняшний день любимый мужчина или нет. Если это ваш муж, то
ваша близость заиграет новыми красками. Если у вас нет сейчас своего мужчины, вы обязательно притянете достойного человека. Ведь подобное притягивает подобное. Когда вы энергетически наполнены, сильны, вы такого же сильного мужчину к себе и притягиваете. Дальше, что еще вам даст тренировка интимных мышц? Лет на 10 оттягивается наступление климакса. Вот только ради этого стоит заниматься. И вы будете в 50 лет выглядеть на 40, 60 на 50 или даже еще моложе. В общем, сначала у меня было основное направление тренировка интимных мышц, а потом добавились орально-мануальные ласки. И они на сегодняшний день являются самым популярным тренингом. Вы себе даже не представляете, какой эффект вау вы можете дарить своему мужчине каждый день во время интимной близости. Чего там только нет: от техники глубокого горла до массажа простаты, его вариантов, техники с аксессуарами и так далее, и так далее. У меня тоже есть видео на канале YouTube. И много маленьких видео на каналах TikTok и в Instagram, где эти техники подробно освещаются. Ну и много-много разных у меня интересных тренингов по массажам, тайны прикосновений, как обогатить свою прелюдию, интимную близость и так далее. Много энергетических практик, даосские практики, кундалини практики. Есть тренинги мои авторские, которых вы больше не найдете нигде. Например, такой тренинг, как «Тайны совершенной женщины». Это как стать той самой совершенной женщиной, быть счастливой, сделать счастливым, успешным своего мужчину, построить гармоничные отношения и, главное, сделать так, чтобы ваш мужчина на других женщин, кроме вас, даже и не смотрел, и не думал. Более того, даже снится ему будете только вы. Я вам это обещаю. В общем, если у вас будут какие-то вопросы по поводу меня конкретно, по поводу моей истории, по поводу школы любви или разных тренингов, то, пожалуйста, пишите, оставляйте ваши отзывы в комментариях и обязательно записывайтесь на мои тренинги. Я буду очень рада вас видеть в школе любви.